Не бойтесь испачкаться. Я же сказала, не приходи сюда. Вали. Пойдем со мной. Есть хорошо. Дело. Thank you.
заканчивайте с ним! А может, хотите подраться? Как твои дела? Все отлично. Что надо как сделать? Ты? Ой, полиция! Ты идешь со мной. Thank you.
Thank you.
Полный вперед! Thank you.
Смотри. Если что-то понадобится, я здесь. Thank you.
Что он тут делает? Живите его! Я точно не промажу! Я тебе язык
Hang on, bugger. What's going on now? Check again. Обещание-то у тебя есть? Да! We should let the coppers settle this. Посмотреть, что у меня сегодня нового. Здесь. Надеюсь, вам все понравилось у нас. Looks like it's time to leave.
Oh, no, no.
пробрался правильно. Я тебе язык вырву.
столько всего интересного. Thank you.
Over there. Удачи вам!
Отпустите меня! Клянусь, я заплачу! Пустите Эй! Меня! Руки убери! Резкие движения. Ты кто? Ты ж не из полиции! Тихо. Это моя работа. Я заплачу. Пустите меня. Да ладно. Клянусь, я заплачу. Пустите меня. Ну? Не втрусь. Сразись. Клянусь, я заплачу. Пустите меня. Я тебя задам. Я заплачу! Пустите меня! Ты! Иди за мной! Что происходит? Благодарю. Шустрее! За мной! Хорошо. Я сыт тобой по горло! Лучше ты, чем я. Собачья смерть. Повеселимся? Вот так. Ну, давай. Certainly not an Englishman. I wonder if I...
Вот радость-то. Пойдем, есть работа. Наконец. Сожрут быстрее, чем Бобби подберут. Что, паука кушали? Собаки, собачья смерть. У меня нет времени на крыс. Вздернуть их!
Troubles no more. I should stay clear of. What are you hoping to achieve, my man? Я помогу. Большое спасибо.
Воришка убегает! Помогите, прошу вас! Прошу! Мой кошелек украли! Посмотрим, как ты после! Thank you.
легко не возьмешь! На! Отсюда я попаду! Я тебя разорву! Да ты просто не... Хочешь, я тебя на кочергу посажу! Нет, так не пойдет. За мной. Грач, за мной. Thank you.
Тут дела совсем плохи, да? Прямо скажем, хорошим романом пока и не пахнет. Что случилось? Единственные и неповторимые близнецы Фрай. Мы знакомы? Мистер Реймонд всех знает. Он знает о нашем городе все и пишет об этом в своих книгах. Я Генри Реймонд. Пишу для мира преступлений. Кровь, смерть и прочее. А это малыш Арти. Мистер Реймонд делает из реальных убийств шикарные истории. Убийцу всегда ловят. Здесь как раз случилось убийство. Может быть, один из вас хочет дерзнуть и раскрыть его?
Преступления — это жутко интересно, правда? Ну, расследовать их. Понять, кто преступник, так здорово. Я пришел и обнаружил тело бригадира, а рядом Дули, и руки у него в крови. Оружие не нашли, убийцу не арестовали. Вы быстро разберетесь, работа же стоит. Я пришел и обнаружил тело бригадира. Я пришел и обнаружил тело бригадира, а рядом Дули, и руки у него в крови. Оружие не нашли,
Я пришел и обнаружил тело бригадира. Я пришел и обнаружил тело бригадира, а рядом Дули, и руки у него в крови. Оружие не нашли, убийцу не арестовали. Вы быстро разберетесь. Работа же стоит. Народ тут грубый, но иначе мальчишек не приструнишь. Вот бы сами перестали драки затевать, и ладно. Повалил и пинать начал. Я нащупал нож под собой, ухватил. Руку поднял, чтобы защититься. А он как стукнет. Потом я очнулся, а он рядом лежит. Уже мертвый. Он братишка мой. Лентяничает часто. Вот от рабочего и получил. А когда я заступился, тот стал меня мутузить. Вернулся, а он уже мертвый, и Дули над ним с ножом стоит. Не забирайте его. Я просто стоял себе и думал, а этот тип подходит и как даст мне. Дули на него, а он стал Дули избивать. Я бегом за помощью. Возможно, кто-то знает об этом что-нибудь еще? Да, это нож Дули. Он его никому не давал. Thank you.
дела совсем плохи, да? Прямо скажем, хорошим романом пока и не пахнет. Что случилось? Единственные и неповторимые близнецы Фрай. Мы знакомы? Мистер Реймонд всех знает. Он знает о нашем городе все и пишет об этом в своих книгах. Я Генри Реймонд. Пишу для мира преступлений. Кровь, смерть и прочее. А это малыш Арти. Мистер Реймонд делает из реальных убийств шикарные истории. Убийцу всегда ловят. Здесь как раз случилось убийство. Может быть, один из вас хочет дерзнуть и раскрыть его? Преступление — это жутко интересно, правда? Ну, расследовать их. Понять, кто преступник, так здорово! Я пришел и обнаружил тело бригадира, а рядом Дули, и руки у него в крови. Оружие не нашли, убийцу не арестовали. Вы быстро разберетесь, работа же стоит. Народ тут грубый, но иначе мальчишек не приструнишь. Вот бы сами перестали драки затевать, и ладно. На землю повалил и пинать начал. Я нащупал нож под собой, ухватил. Руку поднял, чтобы защититься. А он как стукнет. Потом я очнулся, а он рядом лежит. Уже мертвый. Он братишка мой. Лентяничает часто. Вот от рабочего и получил. А когда я заступился, тот стал меня мутузить. Вернулся, а он уже мертвый. И Дули над ним с ножом стоит. Не забирайте его. Я просто стоял себе и думал, а этот тип подходит и как даст мне. Дули на него, а он стал Дули избивать. Я бегом за помощью. Стоит еще раз допросить подозреваемого. Да, это нож Дули. Он его никому не давал. Thank you.
Народ тут грубый, но иначе мальчишек не приструнишь. Вот бы сами перестали драки затевать, и ладно. Надо вернуться и все разузнать. Однако, об этом тоже стоит спросить. Преступления — это жутко интересно, правда? Ну, расследовать их. Понять, кто преступник, так здорово! Я пришел и обнаружил тело бригадира, а рядом Дули, и руки у него в крови. Оружие не нашли, убийцу не арестовали. Вы быстро разберетесь. Работа же стоит. Народ тут грубый, но иначе мальчишек не приструнишь. Вот бы сами перестали драки затевать, и ладно. На землю повалил и пинать начал. Я нащупал нож под собой, ухватил. Руку поднял, чтобы защититься. А он как стукнет. Потом я очнулся, а он рядом лежит. Уже мертвый. Он братишка мой. Лентяничает часто. Вот от рабочего и получил. А когда я заступился, тот стал меня мутузить.
Вернулся, а он уже мертвый. И Дули над ним с ножом стоит. Не забирайте его. Я просто стоял себе и думал, а этот тип подходит и как даст мне. Дули на него, а он стал Дули избивать. Я бегом за помощью. Нужно задать еще пару вопросов. Да, это нож Дули. Он его никому не давал. Зачем мне убивать отличного работника? Я? Нет! Нет, нет, нет. Не так быстро. Вы раскрыли убийство. Понять, кто преступник, так здорово! Я пришел и обнаружил тело бригадира, а рядом Дули, и руки у него в крови. Оружие не нашли, убийцу не арестовали. Вы быстро разберетесь, работа же стоит. Народ тут грубый, но иначе... На землю повалил и пинать начал. Он братишкам... Вернулся. Я просто стою. Нужно задать еще пару вопросов. Да, это нож Дули. Я? Нет! Нет, нет, нет. Не так быстро. Вы раскрыли убийство на основе известных фактов. Однако, Арти, что бы ты посоветовал? Докопайтесь до сути. Все может быть совсем иначе, чем казалось. Попробуйте. Глядите в корень, старайтесь распознать все, что скрыто в глубине. Если...
Если что-то не сходится, прочтите дело еще раз. Главное – это мотив. Странно. Уилкинс никогда детей не бил. Он как раз частенько дрался с теми, кто их поколачивал. Кто-то из плавильни потерял. Там дымно, поэтому нужны платки. Складские таких не носят. Мы с Уилкинсом тут работали. Слышим крики. Уилкинс пошел узнать, в чем дело, и не вернулся. Тогда я пошел следом, а он мертвый. Я болтаться там не стал, а то обвинят еще. Вот странная штука. Когда я с Уилкинсом говорил, платка на нем не было. Надо вернуться и все разузнать. Я тогда целый день на пивоварне был. Платок там все время нашел. А куда деваться? Кругом такая вонь. Не знаю, кто тут курит. Может, Тейлор? Может, это его сигареты? Курить давно бросил. Знаете, а ведь я видел утром, как у пивоварни курил кто-то. Только я не видел, кто. Сказал же, я был на складе. И минутки не было покурить. Колтон вот выходил, его спросите. Он на погрузочной площадке. Возможно, кто-то знает об этом что-нибудь еще? Я тут говорил с приятелем, услышал шум, бросился туда, а Уилкинс мертвый. Бедняга. Погиб от рук грязного отродья, которое мы кормим. Я не курю. Дорого. Ну ладно. Покуриваю иногда. Что, нельзя? Бригадиром должен быть я. Уилкинс нянчился с этими сопляками. Вечно лез под руку и не давал их пить. Это дело куда запутаннее, чем казалось. Здорово! Нам пора в участок. Thank you.
Dead as a donut. Не зевать. Wonderful, no report, Becca. No more hangovers for you, my friend. Ну давай. Дай-ка посмотреть. Молодец. Шевелись. Сегодня тебе повезло. Положим парочку висельников. Конечно. Кто тут хорошая девочка? Ты. Молодец.
Ну давай. Быстрее, отставших не ждем. Да, шеф. Ты идешь. Что за... Заходите! Anyone spare a penny?
пошли! Одной проблемы меньше. Мы за звуком. Посмотрим, как ты живешь. Шустрее! Всегда! Ты! Иди за... Сегодня тебе повезло. Oh, yeah, somebody...
Это же хранилище Мишель Оружа. Да ну, Мишель Оружа не может быть. Ты ведь не знаешь, кто это, да? Даже близко. Он был ассасином. У отца была его книга. По легенде, он нашел клад близ Баты и сошел с ума. Он спрятал клад в хранилище под Лондоном, и отпереть его можно было лишь с помощью музыкальных шкатулок. Музыкальных шкатулок? И кто тут безумен?
тоже. Вам явно нужен портной.
Мне 7-дюймовый маховик. Подождите. Черт. Ну ничего сделать не получается. Мисс Иви! Поезд не остановится! Это я виноват! Позже зайду. Все быстро потушить. До остановки. Смотрю, что с машинистом. Я ранен! Я ранен! Тормоза! Скорей!
Я разберусь. Молодец.
металла. Не может быть! Сироп старика делается из лучшего сырья. Сироп старика можно купить вот здесь. Он ничего не пьет, кроме твоего сиропа. И теперь стал совсем дурак. Эй, не отпугивай покупателей. Вали-ка, то так взгрею, надолго запомнишь. Ты как со мной говоришь, прохвост? В чем тут дело? А, вали! Я прошу прощения, мадам. Пожалеешь. Скажи мне, где делают сироп? Я знаю только, что они каждый день снуют от лечебницы к газохранилищу. За мной. Что надо сделать? Хорошо. Ну давай. Значит, тот, кто развозит сироп, проводит бои в тени. Делайте свою работу. У меня есть все, что... У нас сегодня будет пир. Спасибо. Шевелись.
Это было глупо. Где делают сироп? Говори, или я тебя... Винокурня. Большое здание за пивоварней. Больше этот сироп не будут делать никогда. А, Джейкоб, мисс Фрай, рад вас видеть. О, вы уже видели новую ложь старика? Ложь в газете? Да ну. А что же произошло с вашей новой линией? О, заказанные кабели не доставили. А потом мы перехватили это. Некий груз был захвачен на колледжском причале. В таком случае вернем его. О, стоп! Еще в одной перехваченной телеграмме был рецепт мощной галлюциногенной сыворотки. Я изменил устройство под ваши наручи. Алекс, вы гений. Ну, это совсем не так. Впрочем, я открыл, что эта сыворотка превращается в газ при нагревании. И когда кажется, что вам себя не превзойти? Come on.
служить, а кому нет. Ничего, мы ваши кабели сами доставим. Только теперь совсем в другое место. Драка! Нужно срочно доставить груз Старику! Исчезните! Белл с ним разберется.
вас прекрасный вкус. Мистер Белл. Дорогие мои друзья, как известно, всякое начинание — это риск. Ваше в особенности. Но вы снова одержали победу. Как вы узнали? Наступил век информационных связей. Мне уже сообщили из Гринвича. Груз прибыл благополучно. Спасибо. А вы узнали, что еще там было? Узнал. Боюсь, яд старика уже поступил в открытую продажу. Нас это не остановит. Зря надеяться.